Начавшаяся прививочная кампания стала поводом визита в больницу Татьяны Челковой. И хотя особых проблем со здоровьем, говорит грачанка, пока, слава богу, нет, прививку против гриппа она делает, хотя и не каждый год. Дело в том, что когда не делаешь прививки, чаще как-то болеешь. А когда делаешь прививку, вообще практически я не болею. Вот. Там вот день-два там соплишки будут, а там все проходит. Но я не обращаюсь в больницу, потому что температуры нет, все, это самочувствие хорошее. Никаких болезненных ощущений, и укол не больно делать. Вы считаете, что себя обезопасиваете тем самым? Да. Вдруг я бы заболела. У меня все-таки возраст 79 лет. А так не болеете? А так нет. Прививку сделаю и прекрасно до следующего года. Делаю каждый год прививки. А в этом году еще прочитала в газете «Городецкий вестник», что пришла прививка от гриппа, посмотрела в интернете про эту прививку. Она нашего отечественного производства. Мало того, она борется с гриппом, она еще и повышает иммунитет. Советую всем прививаться, особенно тем, кто очень часто болеет, очень помогает. В этом году взрослое население прививают вакциной «Совигрипп». Ее в район поступило 17 тысяч доз. Как заверяют медики, она соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и способна противодействовать тем вирусам, которые распространены на нашей территории. Уже треть вакцины мы привили. Осложнений не зарегистрировано от введения вакцины. То есть регистрируются некоторые побочные действия в рамках инструкции, которые не выходят за пределы инструкции, как то болезненность вместе инъекции, что, в общем-то, не вызывает опасения у медработников. Привиться бесплатно против гриппа может каждый желающий. Но в первую очередь сделать это стоит тем, кто входит в группу риска. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые, а также студенты, учителя, работники торговли и транспорта. Процедура безболезненная, быстрая, а главное – эффективная. У нас на протяжении нескольких лет есть мониторинг. То есть заболевшие гриппом мы опрашиваем. Прививался, не прививался. Вот за последние годы у нас нет таких людей, которые прививались от гриппа и заболели именно гриппом. В этом году прививки против гриппа, по словам медиков, население делает достаточно активно. Видимо, одни на собственном опыте убедились в эффективности вакцины, другие, перенеся тяжелые заболевания, не хотят его повторения. Кстати, тем, кто желает воспользоваться этим на сегодняшний день самым действенным способом профилактики, стоит поторопиться. Прививочная кампания продлится до конца октября.